Среди мер социальной поддержки населения значимую роль государство отводит такому виду помощи, как заключение с гражданами социального контракта. На сегодняшний день он является тем инструментом, который позволяет малоимущим выйти из трудной жизненной ситуации или пройти обучение по новой специальности, освоение которой позволит увеличить свой доход. Социальные контракты активно заключают и жители Кашхабльского района. Всего за 2021 год заключено 87. Среди них семья Кемова Фатима Арсен. Они с помощью социального контракта открыли магазин полуфабрикатов. Цель этого магазина – полуфабрикаты мяса птицы. Здесь все изготавливается домашнее. Как я решила это сделать? По программе социального контракта через эту помощь мы смогли открыть вот такой вот магазин полуфабрикатов. Поздравить семью приехали работники социальной службы Кашхабльского района. Они пожелали супругам дальнейших успехов и процветания. Вот сегодня мы присутствуем на открытии магазина Фатимы Муратовны. Желаем ей успехов, чтобы она расширила это все, чтобы получала доход, чтобы все у нее было хорошо. Магазин находится по адресу Курганная, 43А. Здесь вы можете купить всегда свежее мясо и полуфабрикаты.